Итак, меня постигла неудача с этим велосипедом очередной раз. Короче, все сидушки оказались к нему неподходящие. Одни вот эта труба где-то на миллиметр получается больше диаметром, чем нужно, может быть, даже больше 1,5 миллиметра. Вот. Единственная вот эта черная сидушка. Это черная труба от этого белого велосипеда. Это все наши велосипеды. В общем, я тут все уже сидушки пытался на него примерить. В общем, вот эта вот труба оказалась большая. Сравните две трубы рядом. Одна, короче, маленькая, другая большая. То есть надо что-то между ними, какой-то размер. Хоть иди в магазин с этими двумя сидушками. И говоришь, что мне нужно что-то посередине. В общем, такая неудача. В общем, с сидушкой пока что не разобрались. Хомутик отлично. Стал, как будто бы тут и был. Колечко это. Ну, а так тут занимался, в общем, звоночками, таким мелочевочкой. Сейчас пойду клеить две камеры. И когда будут они готовы, может быть, тогда буду менять. Может быть, еще подержу на этой покрышке до того, пока случится что-нибудь с ней снова, с этим колесом. В общем, как бы новое будет лежать на готове, когда захочу заменю. Пока что это ездит. Она, конечно, уже лысоватая, так сказать, скошена года надо. Я внимательно рассматриваю. Так. Диамант. Велосипеды живые. 26 на 2,0. Должно быть, но я не вижу. Ладно, не важно, в общем. Подходила она уже с левых, видно, вот, микротрещинки у ней пошли. Пора ее менять. Передняя не так изнашивается, так как на нее нагрузка меньше. Вот. Можно просто переднюю поставить назад, а заднюю наперед, и тем самым еще продлить жизнь обоим покрышкам. И переднюю я пока не трогаю. Купил назад просто новую. Наши велики. Это наш гараж. Как вы видите, хожу сюда, ремонтирую велосипеды. Можно открывать мини-мастерскую. Это же заставит налоги платить и лишат социальных выплат. Так что, наверное, не судьба пока. Мастерские мне тут открывать. Подписывайтесь на наш канал, если кому-то что-то интересно на тему велосипедов, то задавайте вопросы. То есть буду отвечать, что почем тут. Тут как бы цены разнятся от магазина к магазину. Покрышки мне сегодня, точнее вчера, показывали покрышку за 20 евро. Мне она не понравилась, а за 10, как бы, в принципе, неплохая. Вот оказалась покрышечка. А, кстати, на этом велосипеде есть генератор в переднем колесе. Вот тут нужно снимать с него напряжение и запитывать фонарик. Поэтому предстоит еще нацепить на него какую-то фару, проводки тут провести и все такое. В общем, это задание на зиму оживить этот велосипед. Большой. Подписывайтесь на наш канал. До связи.